Печати старого образца в частных нотариусах страны недействительны. О том, какой эскиз новой печати был утвержден, расскажет Нурила Туржан. Согласно приказу Министерства юстиции Республики Казахстан, 31 августа был подписан документ об утверждении правил по нотариальному делопроизводству номер 309. Так утвержден новый эскиз и описание печати частного нотариуса. Личная печать должна изготавливаться на специальном оборудовании, то есть соответствовать всем требованиям, предъявляемым к ее изготовлению. Также характеризоваться высоким качеством, защищенностью от подделок, долговечностью и стойкостью к красителям. В тексте печати должны быть обозначены три ободка. Теперь вместо надписи Министерства юстиции Республики Казахстан и даты выдачи, там будет изображен герб Республики Казахстан. На сегодняшний день все частные нотариусы области заменили свои старые печати на новые и работают в бесперебойном режиме. Департамент юстиции совместно с Нотариальной палатой Карагандинской области проделали большую работу. Заменили нам печати старого образца на печати нового образца. Печать должна быть диаметром 44 мм, а изображенный на нем государственный герб 24 мм. Новая печать уже используется с 1 октября во всех частных нотариусах страны. Нурила Туржан, Тулеген Рашитов, Евгений Афанасьев, 1 Карагандинский.